אילו עשה בהם שבטים ולא עשה באלוהיהם דיינו אילו עשה באלוהיהם ולא הרג את בחוריהם דיינו אילו הרג את בחוריהם ולא נתן לנו את ממונם דיינו די דיינו Я сижу и думаю, в середине уже Песаха, что мне бы сказать, какие слова выразить. Поздравление, конечно. Мы поздравляем каждого человека с этим прекрасным праздником исхода, выход из рабства. А важно, что это праздник нашей свободы. В Иешуа Мессии мы получили истинную свободу, не только телесную, но и духовную. Я думаю, в этот прекрасный Песах, что еще может ободрить людей? Наверное, то, что Мессия, Он не только умер, но и воскрес. Воскрес для нашего оправдания, что когда мы встретимся лицом к лицу с Его милостью, благостью, когда мы станем пред величием трона Божьего, в Йом-Кипур, я верю, мы услышим хорошие слова. «Это мой человек, это мой сын, моя дочь, они мои». Это наше оправдание. Верующий в Него не постыдится. И вот с этим праздником хочу вас поздравить. Праздником, которым мы не постыдимся. Что в тот день, когда мы предстанем перед лицом Божьим, Он скажет, я искупил их, они мои. С этим поздравляю. Песах Самеах, дорогие друзья.